Эти этапы гонки устроены на узких, грязных и пыльных треках и проходят по африканским равнинам. Остерегайтесь ухабистых обочин дорог и будьте всегда готовы к тому, что яркое солнце может неожиданно смениться на ливень. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скубер, и мы продолжаем проходить Колин Макрей Ралли 2.0 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами не совсем удачно завершили ралли Австралии, но тем не менее продолжаем лидировать в общем зачете чемпионата мира и даже чуть-чуть оторвались, так что это хорошо. Ну а сейчас нам предстоит пыльное ралли Кении. Теплая, даже я бы сказал, жаркая Африка ждет нас. Ну и как обычно я протестировался даже целых два раза и очень долго не мог подобрать настроек, и в принципе эксперименты продолжаются. Вот я сейчас задерем ее очень сильно, нашу импрезу, потому что ралли очень качковатая, прям прыжков куча мелких каких-то. Тормоза, ну, может, слегка вперед, управление надо чуть больше сделать. Я по-всякому пытался. Ну и, в общем, слив был у меня конкретный. Поначалу я даже первый раз проехал, я, по-моему, даже в десятку не попал. А, нет, десятым был. Ну и второй мой проезд завершился тоже фиаско. В общем, это третья попытка. Получилось тестировочных проездов два у меня. Ну и посмотрим, что же получится сейчас. Мозговыносящее такое ралли. Вообще, если честно, я не думал, что сейчас будет Кения. Я почему-то ожидал Японии. Но Японии, оказывается, как я понял, вообще не будет. Потому что нам еще помимо этого ралли, по сути, осталось только два. Это Италия и великая и ужасная Великобритания. Значит, Японии не будет вообще, и в связи с этим у меня возник вопрос, а почему я вообще решил, что здесь есть Япония? Но на это я сам же себе и отвечаю, что у меня почему-то четкие ассоциации остались, что я во втором Макрее было ралли Японии. Я даже помню, как оно выглядело. Оно, насколько я помню, тоже асфальтовое. И проходило такое в таких полу каких-то джунглях. Ну, в общем, зелененькое такое было. Проходило в такой, в одноэтажной Японии, классической, скажем так. И очень было красиво. Там такие отвесные стены, помню, были вымощены из камня. Ну, то есть, у меня картинка есть именно с Гран-при Японии. Точнее, с ралли Японии. Наверное, я тогда, получается, играл в какую-то другую игру еще. Хотя я в упор не помню. Здесь я прошу помощи у эксперта. Алекс Вульф, выручай! Где Гран-при Японии было? Почему его здесь нету? И где оно вообще, в каких играх появлялось? Ну, так вот, может, поймем, в какие ралли я еще играл. Хотя, я говорю, сам вообще не помню в упор, чтобы я вообще в какие-то ралли, кроме Колина Макрея 1 и 2 играл. По крайней мере, в те далекие времена. Дирт уже не берем первый. Это уже достаточно тут близко было. Вот, не понимаю я чуть-чуть этого, не понял. Так, ну, вот первый этап мы закончили, это лучшее мое время пока. Если честно, я вообще не понимаю толком, как тут надо ехать. Я столько перепробовал разных видов настроек. Мне ни разу не удалось ни одного спецучастка выиграть, даже если получалось ехать хорошо. Я все равно выигрывал. Максимум это вот как сейчас пару допов были зелененькими, где я по чуть-чуть отыгрывался.
Большие проигрыши в основном были только из-за того, что я куда-либо вписывался. Так обычно, вот примерно как ралли Франции, Австралии, очень, кстати, похоже на ралли Австралии, только разве что еще чуть-чуть поскоростнее она. А, тоже пыльная такая грязная дорога. Пейзажик, конечно, такой интересный. Здесь больше такая саванна. Ой, вот это место. Вот здесь, я помню, улетал в первые две попытки. Ну, то есть, было участка 3, наверное, спецучастка 3, где я крупные ошибки совершал. И за счет этого у меня были громадные в итоге отрывы. Точнее, отставания, не отрывы. И сейчас главное вот на них не попасться. Вот один благополучно я миновал. Тут такие булыжники в некоторых местах навалены, что аж просто жесть. Это какие-то пастухи, наверное, местные, кенийские, африканские, блин. Они ненавидят, наверное, тех, кто организовывает ралли здесь. Мы им портим просто пастбище, наверное, где они пасут каких-то своих бизонов там. Вот, а может даже и львов. Ну, в общем, и поэтому каменюки такие выкатывают на дорогу. Так, ну, в целом мне настройка вот эта понравилась. В принципе, если ехать аккуратно, то едем вполне в темпе. Может, только что вообще на максимум. Я сначала я стеснялся вот задирать машину до максимума, но я как бы так на середину где-то выводил амортизаторы. Но потом в конце второй попытки, буквально на последнем спецучастке, супер специальном, да, кстати, здесь будет опять у нас супер специальная трасса. Ой, 6 минут осталось. Ну чё, мужики, курим? Курим на эти 6 минут. Анекдоты можно потравить. Вот, и решил на максимум задрать ее и поехал лучше. Поэтому сейчас прям экстремально она у нас задрана. И это, кстати, помогает, когда чуть сильнее вылетаешь, чем нужно. Вот видите, по краям дороги есть такой бортик. Вот даже сейчас мы чуть-чуть на него залетели. Когда машина вот сейчас задрата сильно, она на него, ну, как бы запрыгивает и, ну, проглатывает его. Но когда же она у меня была не настолько сильно задрата, она сильно об него билась и теряла управление, поэтому даже с этой точки зрения получше. Ну и вообще управляемость лучше. Тут, видимо, пыль очень большая. Вот опять же, как в Австралии, все эти перекресточки, они прям бесят. Ой, насколько короткий спецучасток, меньше минуты, вы гляньте. Вообще тут все спецучастки, они... Может, не настолько короткие, сколько скоростные. Но вот смотрите, 5 сотых всего отыграли от прошлого моего времени. Ну, пока что радует, что мы хоть и проигрываем, но совсем по чуть-чуть. Вот 3 секундочки у нас от Баки. Дугас и Макрей. Тоже хорошо, кстати, что во всех трех попытках всегда Макрей приходил у меня третьим. То есть его уделывали. Точнее, не в трех попытках, а в двух предыдущих. То Бака был первый, потом Дугас был первый, Бака второй, Макрей третий. В общем, здесь 5 пижохи с тойотками рулят. Вообще, если... Вот, здесь я ошибался, улетал. Конечно, внимательность должна быть. Если говорить о реальных победителях ралли Кении, то ими стали, ну, победил, опять же, тут Маркус Гронхольм. В том сезоне он на импрезе выступал, так что, ха-ха, может, нам все-таки удастся выиграть. Вот, и второй пришел, вообще импрезы тут дубль сделали, Ричард Бёрнс пришел вторым.
а третьим вообще неожиданно на Сиате пришел Дидье Ариоль. Сиат вообще, не помню, что он особо ехал, правильно, тут вот третий пришел. Вот. Ой, пока лидируем, смотрите-ка. Вообще я не очень понимаю до сих пор, как, блин, ехать. Тут тоже вроде оно скоростное ралли, но когда начинаются повороты, то в основном здесь опять же трешки. Ай-яй-яй, вот чуть-чуть. Опять я чуть было не туда не завернул. Вот я все время налево здесь поворачивал. Сейчас повезло, ну блин, чуть-чуть потеряли, конечно, все равно. Но это совсем не критично, там, треть секунды. Так, финиш. О, да. Сейчас, конечно, тьфу-тьфу-тьфу, гораздо лучше получается ехать. Ой, смотрите, целых 5 секунд я сам у себя отыграл. Ну, опять же, мы играем в долгую, как бы, и здесь... Задача даже не победить. Здесь основная задача — это стать позади основных конкурентов. Это Макрей и у нас сейчас Дугас. Смотрите, в общем зачете Дугас провалился. Макрей отлично позади. Пока, в общем, задумка работает. Вот. А... Даже если Бака выиграет, он пока у нас там где-то позади. Хотя предыдущее ралли он, поганец такой, тоже выиграл. Так, вот следующие два этапа, они будут чуть менее скоростные, поэтому давайте коробку чуть-чуть укоротим. Ой, смотрите, все хорошо, что здесь тоже широкая достаточно дорога, так, с такими широкими обочинами, и машина бьется мало. Но вот тоже про эти обочины не очень мне понятно, нужно их использовать или нет. Что-то я не понимаю, вот не могу я вот ключика до сих пор к этим трассам подобрать. Оно вроде когда как, иногда используешь обочины, да, машина там чуть замедляется, а где-то отыгрываешь благодаря этому, а где-то точно так же вошел вроде бы в поворот, чуть-чуть зацепив вот, ну, обочину, да. А, раз проиграл, не знаю. Может быть, тормозить надо чуть побольше вот в этих трешках, чтобы машина меньше скользила и в повороте уже разгонялась, и не буксовала, и не юзом шла. Не знаю. Я как-то поначалу думал, что вообще надо, ну, с таким, с хорошим заносом проходить, но все сводилось к тому, что я все больше и больше проигрывал времени. Вот опять все колеблется в пределах секунд каких-то. А, ой, хорошо. Думал, сейчас мордой прям влечу в стол. Сейчас вот мы идем вроде бы близко к лидерам, но я говорю, что особо-то и в прошлые разы я, если ехал, не ошибался, то я ехал близко к ним. Там, те же самые, там, секунды, две, три проигрывал. Просто были спецучастки, я говорю, где я по-крупному очень сильно ошибался. И... А так вот... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, блин, ну что ты? Вот это очередное вот это место. Разгоняешься как раз на большущей скорости. И тут эска вот это вот с камнями. Да ё-моё, мост, и здесь я ошибался, блин. Потому что там незаметный такой бортик, юзом идешь и машину заворачивает. Ой. Блин, неужели опять придется переигрывать? Ой, целых 7 секунд. Ой, печаль, тоска. Опять рокс. Смотрите, какие валуны громаднейшие. Это
Ведь я говорю, это по-любому эти местные накидали. Так, ну смотрите. Лидеру мы проигрываем, да, 10 секунд уже. Но Макрею всего лишь полсекундочки. Ну, я не знаю, 10 секунд здесь вообще нереально отыграть. То есть, тут я говорю, основная задача это вот оставить позади основных соперников. Хотя, если дело так дальше пойдет, то основным соперником у нас как раз таки станет бабка. Корова на короле. Ой, помню вот этот спецучасток тоже. Заковыристый. Тоже валуны будут. Да, вот, гляньте. Прям на дороге лежат. Как так вообще? Почему никто их не убирает? Это типа такое, это, искусственное повышение зрелищности, да? Засыпать дорогу камнями? Нормально. А, вот сейчас длинная прямая будет. Заказ коробку укоротил. Да, укоротил чуть-чуть. Ой-ой-ой. Вот этот вот ярко-желтый песок, он вообще прям чувствуется, как машина в нем вязнет. Вот тут я тоже постоянно, я думал, что это асфальт, и пытался, короче, направо там завернуть. Цвет у нее такой. Хотя штурман ничего не говорит, ну не знаю, как-то рефлекс срабатывает. Как это, у собаки Павлова. Не знаю, вот вроде еду вообще, ну не туплю. Вот. Чё я делаю не так, хрен его знает. Кошмар, не отыгрывается вообще время, если отыгрывается, то совсем чуть-чуть. Как они тут быстро едут? Опять меньше секунды, но все равно проиграли. Чуть-чуть отыграл своего времени у прошлого. А, ну хорошо, Макрея позади оставили. Так, ой, у нас все равно с ним секунды отрыв. Не, ну тем интереснее, ладно. Интрига прям... Интрига... Интриганская. Прям до конца будет держать. А, да, 7-8 этап, и здесь еще и с дождем. Видите? На 7 начнется, а 8 весь будет под дождем, так что меняем дождевые покрышки. А, здесь покоцали, ну да, влетели в камень там, нехило так. Больше и нечего-то починить, собственно говоря. Да, пацаны, не удастся вам покурить в этот раз. Вот видите, все этапы короткие, вообще минута 42. Ну, скоростные, правда. Кения действительно самая скоростная. Так что, Эдгар Бро, ты был прав. Кения самая скоростная. Сейчас даже первым иду, хотя вроде вынесло. Ошибся. Ой, блин, вот это место вообще жесткое. Я про него забыл, но пронесло. Ох. Чуть-чуть мордой, конечно, зацепил. Я все время там отдыхал обычно. О, ну все равно на 3 секунды аж. Так, дождик пошел.
чуть-чуть отыгрались, блин. Не знаю, вот все понять не могу. Сейчас без ошибок ехали же, блин. Все равно проиграл тихо. Сколько ж они тут быстры-то, а? Обалдеть. Ну, либо я просто что-то не так делаю. О, целых 5 секунд у своего времени отыграл. Ну, я говорю, я вот возле камня там отдыхал. Обычно. Фух, так, четвертое. 2 секунды. Так, ага, пропустили Макрея. Секунда, да? Обалдеть. Ого, Дугас, аж куда упал, пятый. Ну ладно, один соперник самоустранился. Так, это последний у нас большой такой спецучасток. Дальше будет супер специальный. Вот этот, насколько я помню, будет самый длинный. Ну, тут еще дождь, потому что фигачит. Смотрите, машина на максимум задрата, а все равно на прыжках таких вот жестких нищим бьемся. Поэтому здесь и страдает в основном кардан, дифференциал, подвесочка. Я с этих камней, конечно, просто в шоке. Какие жесткие прыжки, аж прям как по сердцу. Грохот такой металлический прям. Перетормозил. Походу в этой Кении надо филигранно вообще пилотировать, прям как, не знаю, в Формуле 1. Прям по максимуму использовать трассу, очень точно ходить поворот, прям облизывать траекторию. Самое главное, на прямых-то участках вот проигрываем даже. Хотя, что тут, топи, топи, газ в пол и погнали. Не, конечно. Не, интересная ралли, я ничего не говорю. Но сложная что-то для меня. Пока что, наверное, оно оказалось для меня самым сложным. По крайней мере, так долго я не тренировался нигде из предыдущих. Да, 3 секунды. О, Макрей позади, хорошо. Там Эриксон вроде был чуть впереди, но он нам здесь не соперник. Ну вот, опять чуть-чуть отыгрался сам у себя. Так, ага, Макрей впереди. Ой, вы гляньте, 4 сотых. Ну, отрывы просто, я говорю, прям кольцевые. Формульные. Обалдеть. Сейчас, я так понимаю, на супер специальном участке мы будем с ним соревноваться, и там надо по-любому выигрывать. Ну, 4 сотых, конечно, не так много. Чё-то я как-то очкую, давайте сохранимся. О, в принципе, получилось хорошо проехать. Я впервые... Сейчас мы на третьем даже месте сейчас. И всего 4 сотых от Макрея, в общем. Ах. Надо его выигрывать. Так, чуть-чуть подопустим. Тачанку, благо разбита она у нас.
не сильно. Покоцаны почти все детали, но не особо сильно. Так, царапины, короче. Ну а 4 минутки. Анекдоты травим, пацаны. Так, минута 48. Супер специальный участок, даже не самый короткий. 3, 2, 1, go! 15 press, caution, overbridge, and 3 right. Into 6 left. Ну, в принципе, на супер специальном участке я предыдущие разы нормально проехал. Главное не ошибиться сейчас. Ну, в принципе, тут ради справедливости надо сказать, что я там и соревновался не с лучшими. Слушай, я там был один раз. Соревновался вообще с чуваком, который был 11-м, а второй раз что-то где-то там в середине десятки. Сейчас там и с Макроем. Хорошо, идем впереди. Не слазим мы. Так, опасный момент. Да как же она бьется-то, вы гляньте, просто жесть. Мне аж прям жалко нашего Импрезу. Так, осталось совсем чуть-чуть, главное вот здесь не ошибиться. Так, еще один сложный участок пройден и... Есть 4... сколько? Сотых, да, отыграли? А, 4 десятых. Вообще нормально. Это у Макрея получается. Так, а в общем зачете какой? Fastest time. А, нет, второе. Смотрите-ка. Тут бак... А, нет, тут Дугас первый. Бак аж шестой. Ну, Дугас это мало чем спасет. Главное, Макрей позади. Мы 4 десятки из комы у него отыграли. Капец. Блин. Фу. Да, напряжное было ралли, конечно. Напряжное. Я уж прям думал, что мне вообще сегодня не получится серию записать. Ну, потому что придется прям тренироваться весь день. 8 очков. Макрей позади, Дугас тоже. Бак, а у него 2 победы уже. Угу. We have won the silver trophy. Так, ну, по идее... Ага, во, Бака стал основным соперником. У нас было 14 очков преимущества. В принципе, 14 осталось, но теперь уже над Бакой. Макрей на 16 отстает, да? Дугас совсем провалился. Ну, ладно. Главное, что мы сохранили очковое преимущество, совсем не растеряв его. Это хорошо. В принципе, осталось у нас впереди 2 ралли. Они, конечно, тоже сложные, но... очковый задел тоже неплохой. Так, ну что же, давайте чуть-чуть поговорим еще раз о голосовании, которое я запустил у себя в группе ВКонтакте. Опять же, заходите, голосуйте. Давайте я немножечко разъясню, наверное, в чем вообще фишка. В общем, там 2 списка представлено в группе. 2 их, потому что ВКонтакте не разрешает больше 10 строчек вопрос вводить. Вот, поэтому, по сути, опрос это один, но он 2 таблицами представлен. Поэтому, я вам говорю, голосуйте только в одной из таблиц. Как бы нельзя голосовать, ну, как бы и в той, потому что, по сути, это одна и та же таблица. Вот.
Конечно, я это проконтролировать не смогу. Я так понимаю, люди все равно голосуют в обеих таблицах. Но я говорю, если вы проголосовали за какую-то игру в первой таблице, то за вторую уже голосовать не надо. Либо же наоборот, если вы проголосовали в таблице, в которой игры там с 11 по 20, то в таблице, в которой игры с 1 по 10, тоже голосовать не нужно. Голос только должен быть один. Вот. У нас, кстати, за сутки голосования определились там уже лидеры. Лидеры, ну, достаточно неожиданные. Говорить, естественно, я не буду, кто там лидеры. Поэтому заходите, голосуйте. Очень жду. Голосование продолжается. Голосование, напомню, о том, какую игру мы будем проходить следующей. Представлено там, значит, 20 наименований с разных платформ. Все эти игры я взял с ваших же комментариев под моими видео. Убил на это позавчера почти всю ночь. Все проштудировал сообщения. И даже если игра была упомянута всего один раз в комментариях, я ее все равно внес в список. Надеюсь, что я ничего не пропустил. Вот. Поэтому заходите, голосуйте. Это ваши же игры, которые вы мне предлагали. Вот, поэтому в ваших же интересах зайти и проголосовать. Ну что, на этом, наверное, давайте прощаться. С вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм. Теперь он у меня есть. Все ссылки под этим видео. Можете также на Twitch подписаться. Ну, на Twitch это так уже, чисто по желанию. Там ничего особо обычно интересного нету. Так, стримлю иногда, но тоже в таком разгильдяйском режиме с PS4. Ну все, всем пока-пока, увидимся в следующей серии.